что, дорогие друзья, доброе утро. Наступило время нашей постоянной рубрики «Открытый микрофон». Сегодня в гостях у нас Титов Денис Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Руководитель отдела Государственного лесного реестра Департамента по лесным отношениям нашей республики. И, дорогие друзья, мы сегодня будем говорить опять-таки о гектаре, поскольку стартовал третий этап этого закона, когда присоединяются к раздаче земли все россияне. Любой гражданин Российской Федерации может написать заявление через МФЦ, ну или каким-то другим способом, во всяком случае попав в федеральную информационную систему, и выбрать приглянувшийся участок земли у нас в Якутии, либо в соседней Чукотке, либо на Сахалине, то есть в субъектах Дальнего Востока. Дорогие друзья, 11 тысяч заявлений, более 11 тысяч заявлений подали якутяне во время второго этапа с 1 июня, вернее, с самого начала действия этого закона. Но особенно, конечно, во время второго этапа с 1 июня. Более 11 тысяч заявлений написали якутяне, как раз-таки, которые пожелали взять земли именно у нас в республике. Но с сегодняшнего дня остальные якутяне могут попробовать взять землю, ну не попробовать, а уже могут взять землю в субъектах соседних нашего Дальневосточного федерального округа. Но земли лесного фонда – это очень такая как бы категория земель, которая, в общем-то, из вот этой 11 тысяч, вот этой категории граждан, 11 тысяч граждан взяли землю у нас в Якутии, всего лишь 2 тысячи с небольшим, да, вот вы меня поправите. 2890. Угу. Это те люди, которые, якутяне, взяли земли именно из земель лесного фонда, свои гектары. Ну, в общем-то, почему так не популярны, скажем так, или с чем это связано? Ну, связано это прежде всего с тем, что граждане стараются получать участки ближе к населенным пунктам, границам населенных пунктов, где в основном земли находятся в муниципальной собственности. То есть они обращаются в уполномоченные органы муниципальных образований. Угу. Ну, то есть, где есть коммуникации, да, где, в принципе, рядом со своими корнями, со своим домом практически, да, видимо, так? Да, в основном так. Ну, либо там в целях организации каких-то дачных поселков, комплексов и так далее. Денис Андреевич, скажите, а вот когда еще закон только обсуждался на уровне проекта закона, очень много было страхов, ну и так далее, что вот будут браться земли именно лесного фонда под лесозаготовку. Вот уже закон действует практически, да, люди берут землю. Вот как вы, ну, оцениваете, скажем так, возможности? Ну, этого рода деятельности. Конкретно с видом использования заготовка древесины таких заявлений поступило, ну, скажем так, единицы. Потому что и граждане сами понимают, что это, ну, не совсем целесообразно, потому как, к примеру, в среднем по республике с одного гектара можно получить, ну, в лучшем случае, 80 кубометров деловой древесины. Тогда как законом республики позволяется гражданам, в том числе в целях строительства индивидуального жилищного дома для собственных нужд, заключить договор купли-продажи на покупку древесины объемом до 200 кубометров. То есть даже это если будет коллективная заявка, да, то есть все родственники будут включены вот в эту заявку, но все равно это как бы, ну, получается не то, что невыгодно, но бессмысленно даже где-то, да? Ну, да, во-первых, это очень трудоемкое занятие, во-вторых, опять же, очень затратное. И, к примеру, даже если у нас вот законом дозволяется коллективная заявка максимум 10 человек, то есть это предельно допустимый размер лесного участка, к примеру, составит 10 гектаров, то это максимум, ну, 600 кубометров в лучшем случае они получат. Скажите, пожалуйста, у нас люди, например, вот берут эти земли, и они под лесозаготовку, вы сказали, это единицы. А под какой вид деятельности еще берут? Или сейчас еще вот законом, как сказать, разрешается, год можно подумать, да? То есть чем ты будешь заниматься, ты берешь землю, а потом я подумаю. Ориентировочно, да, половина всех поступивших заявлений, они к нам поступили с еще не выбранным видом использования. Вообще в отношении земель лесного фонда, скажем так, таких категоричных поводов для отказа их нет, то есть по видам пользования. Предусмотрены 14 видов лесным кодексом, которые
Вместе с тем, если же гражданин подает заявление, к примеру, под индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство, то есть те виды, которые не подпадают под действие лесного кодекса, в данном случае законом предусмотрено внесение изменений в сведения кадастра недвижимости относительно принадлежности категории земли. То есть это своего рода упрощенная система перевода категории земли. То есть уже мы также, если, к примеру, попала такая заявка, мы в любом случае, если нет других ограничений, мы утверждаем ту же схему размещения и направляем такие материалы в управление Росреестра, где уже они, в свою очередь, при осуществлении государственного кадастрового учета, автоматически, одновременно с учетом, с проведением учета, меняют сведения о принадлежности категории земли. К примеру, если это будет индивидуальное жилищное строительство, они этот лесной участок отведут к землям населенных пунктов. Угу. То есть, вот, в принципе, можно таким образом воспользоваться. А под что еще берут? Вот люди брали, ну, все равно же, как бы, наверняка у людей какие-то планы есть, какие-то, скажем так, виды, чем они смогут заниматься. Вот рекреационная деятельность, вот немножко расшифруйте, пожалуйста. Рекреационная деятельность, под этим видом деятельности у нас подразумевается организация каких-либо спортивно-оздоровительных сооружений, затем организация туризма, то есть, в общем, то, что относится, скажем так, к отдыху. Ну, может быть, детские лагеря, какие-то организации? Да, они вполне подходят под этот вид деятельности. Также у нас, вот, конкретно по землям лесного фонда, в основном выделяются вот четыре основных вида, по которым уже определились граждане. Это вот уже названное осуществление рекреационной деятельности, затем индивидуальное жилищное строительство, ведение сельского хозяйства и то, что уже более относится к восточной либо к северной части республики, там уже под охоту и рыбалку. Скажите, пожалуйста, а как далеко находятся эти земли? И я так полагаю, видимо, люди брали все-таки земли, ну, вот этих 2800 человек, вот из этого количества людей. А как, ну, я имею в виду близость к коммуникациям, к дорогам, к электросетям? Ну, или достаточно далеко? Как они вообще собираются добираться туда? К примеру, по территории того же города Якутска у нас небольшая такая зона открытая идет, где можно получить ее участки. Начинаются они ориентировочно с 36-го километра Вилюйского тракта, что довольно далеко от черты населенного пункта, то есть города. То есть там коммуникаций как таковых нет, ну, кроме федеральной автомобильной дороги, соответственно. Ну и то же самое по остальным населенным пунктам. Такой близости. Есть, конечно, определенные небольшие поселки в районах нашей республики, где, в общем-то, практически земли лесного фонда, они примыкают к границам населенных пунктов. То есть... Ну и, как вы уже сказали, это в основном вот вокруг Якутска, да? Да. И еще, а из районов это где самые такие популярные места? Из районов у нас выделяются Хангаласский улус, Мегино-Кангаласский и Вилюйский улус. Угу. То есть очень популярные места, где люди вот подают, наши якутяне подавали во всяком случае. Да, если даже те граждане, которые еще не подали, ну, в принципе, они могут уже ознакомиться, к примеру, на той же федеральной информационной системе в разделе «Карта». Там видны все поданные заявления, все утвержденные заявки, те участки, которые уже прошли государственный кадастровый учет. Ну, и там это все наглядно видно, что, к примеру, большая часть всех заявлений по всей республике, она подана в отношении территории Хангаласского района. Угу. То есть самый-самый густонаселенный район будет, вполне возможно. Вполне возможно. Скажите, пожалуйста, вот 1 февраля сегодня стартовал третий этап. Насколько популярными будут земли лесного фонда нашей республики для россиян? Вот как вы оцениваете, ну, какие-то прогнозы, может быть, строили или нет? Ну, если говорить о якутянах, то есть у нас это получается, ну, меньше половины, да, людей, которые пожелали где-то там в глухомане взять себе гектар. Да, мы, в общем-то, прогнозировали все эти моменты. Ну, скажем честно, не ожидаем прям такого вала заявлений от граждан России
проживающих вне Дальневосточного федерального округа. Ну, возможно, да, те граждане, которые какое-то время, да, побывали раньше на территории нашей республики, в том числе, там, к примеру, очень часто ездят на ту же охоту и рыбалку, возможно, они изъявят желание на уже как-то... частные владения где-нибудь организовать. Да, почему нет? Ну, мы не исключаем такого момента, поэтому... Ну, вот основной прогноз связан с этим. А так, конечно, если вот, исходя из положения закона, то, что они вот распространяются на всю территорию Дальневосточного федерального округа, ну, я так думаю, для остальных граждан России наиболее, наверное, приглянутся все же Приморский край, либо Хабаровский край, Амурская область. То есть они более привлекательны в этом плане. Но скажите, пожалуйста, а вот по закону, каким образом, допустим, вот человек взял землю, допустим, какой-то там человек, который не бедный, допустим, взял коллективную, там, 10 гектаров, например, да, коллективная заявка на всех своих родственников и через 5 лет оформил в собственность. И вы будете как-то контролировать, чем же он там занимается? И, допустим, право, как сказать, природоохранная там деятельность, каким образом там соблюдаются вот эти вот законы, имеет право как бы государство вмешиваться в жизнь вот этого человека? Да, конечно, но необходимо сделать оговорку, а в собственность, конкретно по землям лесного фонда, согласно положению закона, гражданин имеет право приобрести по прошествии 15 лет. Именно это в отношении земель лесного фонда. Сначала 5-летний период безвозмездного срочного пользования, затем, если гражданин изъявил желание в дальнейшем пользоваться этим участком, ему необходимо заключить договор аренды сроком на 10 лет. Вот по истечении вот этих вот суммарно 15 лет он имеет право приобрести этот участок в собственность. А касаемо каких-то надзорных мероприятий. Да, в любом случае они будут проводиться в рамках рейдовых мероприятий и так далее. С этим, конечно, есть определенные сложности. То есть, к примеру, не то чтобы к примеру, скажем так, количество пользователей лесного фонда у нас увеличивается, при этом число служащих, осуществляющих государственный, федеральный государственный лесной надзор, лесную охрану, оно осталось на прежнем уровне. То есть об этом, да, этот момент упущен немного. Ну что, мы продолжим говорить про наши гектары в лесной зоне. Буквально через несколько мгновений уходим на рекламу. Дорогие друзья, у нас в студии, я напомню, Титов Денис Андреевич, представитель Департамента по лесным отношениям нашей республики. Мы говорим про гектары именно в лесной зоне. Но все-таки еще раз хотелось бы сказать вот по нецелевому использованию земель. Ну, например, человек, как бы, ну, моя собственность, да, вот практически будет говорить, я взял этот гектар, и, пожалуйста, ко мне не лезьте, и до свидания. Огородит забором там каким-то, там, не знаю. Положениями закона предусмотрен порядок проведения таких вот мероприятий надзорных, в том числе в целях выявления нецелевого использования земель. И также предусмотрен порядок изъятия таких земельных участков, которые используются не по целевому назначению, то есть не под тот вид деятельности, под который гражданин получал этот участок. Ну и еще мы вот хотим напомнить, да, что земли можно оформить в собственность только вот спустя, допустим, мы сегодня написали заявление, и спустя 15 лет вы можете стать собственником земель именно в лесной зоне. Это касается, да, именно этой категории земель. Конкретно в отношении земель лесного фонда. Скажите, пожалуйста, вот с какими трудностями вы связываетесь, вернее, сталкиваетесь в процессе, уже столкнулись в процессе оформления заявлений на получение гектара? Именно ваша служба, департамент по лесным отношениям? Ну, в первую очередь, конечно, это рассмотрение заявлений. Оно предусматривает очень большие трудозатраты. Штатная численность дополнительно у нас не предусмотрена. То есть мы этим занимаемся помимо своей основной деятельности. В дальнейшем есть, конечно, проблемы технического плана. То есть
Опять же, мы в первую очередь проверяем на принадлежность именно категории земель лесного фонда в связи с неимением наших картографических материалов в цифровом виде. То есть это у нас все в виде планшетов, планов лесонасаждений. Мы это все просматриваем вручную на бумажных носителях. То есть что занимает очень много времени. Ну, то есть оформление, например, если пойти в МФЦ, там говорят 15 минут ты оформляешь свое заявление, ну и как бы и свободен. А у вас вот сколько на одного человека уходит времени? Времени? А на рассмотрение одной заявки? Ну, по-разному. То есть тут конкретно идет рассмотрение в индивидуальном порядке каждой заявки. Конечно, некоторые, конечно, в которых мы уверены, что это земли лесного фонда, где нет прав третьих лиц там, и так далее. То есть это занимает максимум полчаса, да, к примеру. То есть для подготовки документации с целью их направления в управление Росреестра для прохождения государственного кадастрового учета. Но бывают случаи очень часто, когда границы выбранного гражданином участка попадают на земли лесного фонда и также попадают на земли, которые находятся, к примеру, в муниципальной собственности, то есть земли категории земель сельскохозяйственного назначения, либо населенных пунктов. То есть тут у нас уже нам необходимо провести изменение границ выбранного гражданином участка, то есть либо, скажем так, полностью перетянуть в нашу сторону, либо полностью передвинуть в сторону муниципальных земель. То есть здесь тоже, опять же, мы связываемся с каждым гражданином, уточняем все это, то есть его желание, куда все же объясняем ситуацию, то есть что необходимо изменить границы, чтобы уполномоченный орган был один. То есть законом предусмотрено, что один уполномоченный орган распоряжается конкретно своими земельными участками. То есть получается так, допустим, полгектара не может находиться в Намском районе, половина гектара, допустим, на территории границ муниципального образования, да, города Якутска, например. В том числе разграничение именно по границам муниципальных образований. Угу. Дорогие друзья, если у вас вдруг возникли вопросы, звоните к нам в студию 320066. Это имеется в виду по землям лесного фонда 321166. Два телефона, пожалуйста, вот, собственно говоря, коммуникируйте с нами. Ну и, Денис Андреевич, скажите, пожалуйста, вот из этих 2800 человек, они уже есть те люди, которых можно поздравить? Вот они заключили договоры наконец-таки. Да, на сегодняшний день у нас заключено в отношении земель лесного фонда 200 договоров безвозмездного пользования. И 202 договора, они находятся на подписи у заявителей. Скажите, а почему такая разница? Вот заявлений столько, а заключенных договоров вот всего-то ничего? Ну, к примеру, из всего числа поступивших заявлений аннулировано своими, то есть самими гражданами 227 заявлений. А как это понять, вот аннулировано? То есть люди захотели, вначале, сегодня я захотела. Это, видимо, все женщины, да, или как? Приходили к вам. Сегодня я хочу, а завтра я уже не хочу. Да, есть такое. Ну, то есть, бывают, возникают такие ситуации, допустим, гражданину приглянулся один участок, затем он пересмотрел свое решение. Он имеет полное право отказаться от рассмотрения предыдущей заявки, и, соответственно, она аннулируется и попадает в статистику. Да, она в любом случае содержится в статистике. Заявка это. Да, и гражданин имеет полное право подать новое заявление. Угу. И таким образом вот и получается, что у вас какая-то часть аннулированных заявлений. Да. Угу. Ну, 200 договоров, скажите, а вот по времени, каким образом вы укладываетесь по времени, вот несмотря на то, что у вас сложности с кадрами? Чаще нет. Есть тоже своего рода технического плана некоторые трудности. Во-первых, у нас законом предусмотрено о том, что система, федеральная информационная система должна предусматривать направление принятого нами решения о утверждении схемы расположения земельного участка в орган кадастрового учета в электронном формате, то есть посредством этой же системы. Но при этом до настоящего времени вот этот функционал еще не реализован. То есть мы отдельно каждую заявку по принятому положительному нашему решению записываем на диски, цифровые носители, и несем все это дело в то же управление Росреестра. То есть все это осуществляется так. То есть прямой
прием-передачей бумажных носителей. Угу. Из рук в руки. Да, это, опять же, растягивает всю процедуру. Угу. Вот это вот есть, да, проблема. Ну и потом наверняка все-таки не в каждом населенном пункте есть интернет нормальный такой, да? Когда можно отправить... Ведь отправляют же вам все-таки электронно, да, люди, заявители, например, которые проживают в северных районах, например. Да, с этим тоже возникают трудности в связи с отсутствием, ну, скажем так, слабой пропускной способности. И в том числе, вот как я ранее говорил о том, что вот когда изменение границ идет, то есть если мы изменили границы посредством этой системы, опять же, мы ожидаем ответа, подтверждения от самого гражданина с его личного кабинета. Это тоже затягивает, то есть они где-то у них... к примеру, не прогружается, да, что-то там неверно прогрузилось. Возникают такие ошибки, есть такое. Денис Андреевич, скажите, пожалуйста, вот, например, человек взял землю, да, и вдруг через год выясняется, что он-то хотел нормальный такой вот красивый лес сосновый, да, а получил, ну, какой-то лес среди болота, например, да, и он хочет поменять. Это возможно или нет, вот эту землю? Нет. У гражданин, получается, есть, уже заключил договор и использует его, то есть его право уже реализовано. То есть даже и придется вот этим болотом и как бы, ну, так сказать, владеть потом в будущем, да, получается, или отказаться? Выходит так. Ну, либо отказаться полностью. Вот кто-то к нам дозвонился. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас, минуточку. Добрый день. Ну, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Ну, сейчас я скажу. Я против диктатор частной собственности. Почему конституционные права людей мы нарушаем-то? Во-первых, в Конституции, если я по России, имею право ходить бесплатно и куда хочу, и туда я могу ходить. А мне сейчас вот частные собственность возьмут они, а сейчас рыночное время, да, они будут у меня просить этот деньги платить. А вдруг у меня друга где-то за его этот предел находится. Я как к нему подтягиваю отдыхать или что-то там делать, да? Я должен ему человеку платить должен. Во-первых, да, это если поэтому законодательству. Сейчас собственность неприкасаемая, все, кто должен платить через него, они должны платить. Тогда это вот вы за этот налог против себя ставите. Война будет, друг друга будут убивать, а кто на это будет отвечать? Спасибо вам огромное за ваше вот это вот замечание, скажем так, да. Но вот наши законодатели, видимо, продумали все эти нормы каким-то образом, как это все будет регулироваться. А ведь действительно, правда, а если я захочу там собирать амгинскую там, ягодку, допустим, да, где-то, или вилюйскую голубику, например, да, куда-то поеду, по Вилюйскому тракту, например, и меня там встретят с карабином. Частная собственность, идите. Тут уже вопросы, наверное, к правоохранительным органам. Ну, вообще, сейчас ведется работа законодателями по внесению изменений в части возможности установления публичных сервитутов на земельных участках, которые уже переданы в безвозмездное пользование. Публичный сервитут – это ограниченное право пользования земельным участком. То есть, в том числе для проезда, прохода по территории вот этим участкам. Угу. То есть, например, допустим, вот у меня будет участок через 2 гектара, например, от, кого-то, да? То есть я могу вот пройти, смогу все-таки или как, да, пройти вот через чужой, скажем так, гектар? Если ведут эту норму закона, да, тогда будете иметь на то полное право. Угу. Ну, то есть, видите, как вот с нашим законом, да, действительно, наверняка будут вноситься какие-то изменения, потому что возникают вот и такие вот опасения. Дорогие друзья,
друзья, ну, я еще раз напомню, что 1 февраля сегодня стартовал общероссийский этап взятия, так сказать, земель на Дальнем Востоке, и мы тоже можем этим воспользоваться, взять свои земли, допустим, в Приморье там, или в Амурской области, заняться там выращиванием коз или там картошки, ну, кому что как, вот. Ну, дорогие друзья, большое огромное спасибо, что вы были с нами. Не переключайтесь, мы встретимся с вами буквально через несколько мгновений в следующем часе. Большое спасибо гостю.